Всем привет, вы на канале Шпинаточка. Я очень давно не снимала видео с лицом, поэтому немного нервничаю. И сегодня я буду делать обзор на XP Pen Artist 12 Pro. Я уже снимала и распаковку, и первое впечатление. Я даже снимала это не одна, со своим парнем. То, как я вот разбираюсь, как я открываю, снимаю пленочку и так далее. Также я успела снять еще несколько видео в традишке. Это был Speed Paint, обзор на марки, маркеры и распаковка художественных материалов от магазина Black Bunny. Но случилась такая беда: в моем телефоне сломалась карта памяти на 64 гигабайта, благодаря которой я могла, соответственно, снимать на свой убитый и без того телефон, в котором была относительно неплохая камера. Но карта памяти сломалась, и оттуда автоматически все удалилось. Я плакала всю ночь от того, что там было да хуя просто файлов, там нам было в одной галерее 5000 файлов, о чем мы можем вообще говорить. Но самое обидное вот было реально, что это... Самое вот реально обидное, что было, это то, что между событиями неимоверной радости, где я просто пищала все видео от счастья того, что я распаковываю свой первый экранный планшет, от того счастья, которое я выплескивала на камеру, на все видео, когда я распаковывала посылку со скетчбуками, просто через несколько часов это все удаляется. Также удалились все футажи с маркерами, Speed Paint. В общем, я впала в небольшую такую апатию по этому поводу, но решила, что все-таки я хочу снимать эти видео, поэтому извините, у меня нету памяти на телефоне, у меня нет хорошей камеры сейчас, но я стараюсь заставить себя не обращать внимания на то, что видео будет плохое качество, на то, что оно будет снято уже не так, на то, что я не смогу здесь все свои эмоции первые повторить, что я не вспомню все слова, которые я говорила по поводу тех или иных вещей. Пожалуйста, извините, что так вышло. Я очень расстроена всей этой ситуацией. Позже, когда у меня появится новый телефон, качество видео станет лучше. Итак, экранный дисплей XP Pen Artist 12 Pro. Я была действительно просто очень счастлива. Я визжала, как я уже сказала, всю распаковку. Несколько видео все же осталось. Этот графический дисплей обошелся нам в 12 тысяч с копейками на Черной Пятнице на AliExpress. Мы покупали оттуда, не с официального сайта. Доставка длилась около 8-9 дней. Мой предыдущий графический планшет был от Wacom. Достаточно старенькая модель, и мне кажется, что ее даже сейчас не выпускают. Это была обычная доска, и рисовала я на ней около 5 лет. И сейчас я перехожу на экранник, на хороший экранник, и сделала мою работу достаточно комфортной, но мне все равно было тяжело первые несколько часов не смотреть на экран монитора компьютера, а смотреть конкретно на сам планшет. Немножечко у меня сбились настройки в голове. То, как я привыкала к XP Pen, достаточно легко и быстро прошло в сравнении с тем, как я привыкала к своей доске в 2017. Это сугубо мой личный опыт, то, как это происходило у меня, но, наверное, вы такого нигде не слышали, но я привыкала к графическому планшету год или даже больше. Я попробовала что-то рисовать в первые несколько дней. И все, у меня случилось такое отторжение. Мне вообще не хотелось рисовать, мне было страшно. Я боялась что-то делать не так. А у меня еще в Сае были какие-то кисти, потом они пропали, и мне было некомфортно. В общем, я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что у меня на тот момент был тоже такой слабенький ноут, и мне было не очень комфортно рисовать. Но, серьезно, я целый год не подходила к планшету, и я не могла за него сесть. Я не чувствовала, что это мое. Но потом, я уже не помню, как действительно это прошло, но я все-таки привыкла. Вот, и все свои диджитал работы, все, которые я сделала за эти годы, я выполняла на этом графическом планшете. Сейчас же очень рада, что мне не потребовался еще один год к тому, чтобы привыкнуть к вот этому дисплею. Сам планшет достаточно тяжелый. Мы брали с заводской
подставкой, то есть мы не выбирали сет с чехлом или с более какой-то продвинутой и профессиональной подставкой, мы взяли вот самый базовый сет. Я вообще думала, что я смогу держать планшет левой рукой, соответственно, там, где горячие клавиши, и второй спокойно рисовать. Но нет, затея с треском провалилась, потому что для моей руки планшет слишком тяжел. Все горячие клавиши я настроила, колесико меня полностью устраивает, стилус тоже хороший. Мне было интересно, будет ли работать мой старый стилус на этом дисплее, но нет, XP Pen не принимает вакуум. Мне кажется, что эта информация все равно будет достаточно полезной для тех, кто так же, как и я, заказывает экранник впервые. А это дублирование экрана, то, как, собственно говоря, работает планшет. В настройках вы можете выбрать, дублируется ли то, что вы видите на мониторе на вашем планшете, или вы расширяете экраны, соответственно, у вас на компьютере, ноутбуке что-то одно, граммы или что-то другое, вы перетаскиваете на другой, соответственно, дисплей, на вот этот планшет. Таким образом, как бы это кажется достаточно удобным. И мне это тоже показалось удобным. Вообще, меня это в первый раз испугало. Я не поняла, где мышка. Вот, но потом я поняла, что так и должно быть. Да, это кажется удобным, но я не знаю, это проблема только наших устройств или это проблема в целом. В общем, когда я выбираю пункт расширить эти экраны, у меня просто не работает стилус, он не работает на экраннике, он не рисует. На стилусе есть две кнопки. Одна пипетка, вторая на перо ластик настроена. И вот пипетка работает спокойно, а вот ни перо, ни ластик, просто курсор не ходит за стилусом. Я не знаю, это моя проблема, это общая проблема, это решается в настройках, но я не могу с этим разобраться, может, я тупая вообще, и все на самом деле очень просто, но вот что-то не работает. Итак, немножко про рисунок. Я подумала, что поскольку это такое небольшое сравнение в моей голове между моим предыдущим планшетом и между моим новым шикарным планшетом, я подумала, что было бы также здорово сравнить мой скилл, как я рисовала 5 лет назад и как я рисовала бы что-то сейчас. А моим первым рисунком, хотя это, наверное, сложно назвать рисунком, моим первым скетчем на вакууме был мой фури персонаж. Это была кошачий или мур, которую звали Транслейт. Это очень долгая, очень тяжелая для понимания история, но, в общем, это один из моих первых рисованных персонажей со своим каким-то конкретным дизайном, характером, который фигурировал в каких-то историях о моих, там, детских играх вместе с моей, названной сестрой. И, в общем-то, я подумала, что почему бы не перерисовать ее, но теперь этот персонаж будет участвовать в другом проекте, в более конкретном. Там будут отсылки на предыдущие истории, которые никто, кроме нас, не поймет. Ну, так или иначе. Я подумала, что нужно ей дать другое имя, более какое-то адекватное, более раскрывающее личность, а не то, там, кем она была, если что, по нашим играм. Она была, типа, переводчиком, и поэтому она, типа, боже, неважно, забейте. В общем, я решила назвать ее Тинсли. По-моему, это достаточно милое и редкое имя на Т, потому что все имена, которые я искала на букву Т, были одинаковые. Тиффани, Татьяна. Таким образом, сегодняшняя работа — это не только первый рисунок на экранном графическом планшете, но и сравнение моего уровня скилла за последние 5 лет. Конечно, это не первый раз, когда я перерисовываю эту персонажку, но все же это первый раз, когда я перерисовываю ее в том виде, в котором она будет существовать дальнейшие годы, дальнейшие проекты и так далее, потому что у меня уже есть большие планы на эту красавицу. А раньше она у меня была аниматроником. Ее создание ей пришлось на годы, когда очень сильно ссались кипятком по ФНАФу. В то время мы также смотрели у Тони Крайнайт. У него выходили тогда только первые серии. Там, блин, 2-3 серии только было тогда. Любовные истории, треугольники. В общем, озвучки не было еще короче. Мы просто пиздец как фанатели. Тогда мы придумали своих аниматроников. Я хотела немножко наделить какими-то чертами свою. И я сделала ее переводчиком по нашим историям. Они тоже работали там в кафе с детьми, что-то типа этого, вот. И поэтому у нее было такое незамысловатое имя, Translate, тупо потому, что она переводчик. Да, я знаю, возможно, это глупо, ну вот. Ну и, собственно говоря, я и меняю ей имя и предназначение, ее сюжетную историю, просто потому, что я не вижу историю и ту ее профессию актуальной. Я немножко поебалась с горячими клавишами, мне пришлось их и в проге менять, и здесь настраивать. Еще такой маленький моментик.
когда я запускала XP Pen в первый раз, то горячие клавиши все сохранились. Запускаю в следующий раз и компьютер, и планшет. Все горячие клавиши сбились. Вот. Случилось это единожды, больше не повторялось, но все равно это заставило меня немножко понервничать. Твое колесо я настроила на приближение отдаления в навигаторе. Можно также настроить это колесико на поворот и на изменение размера кисти. Итак, уже прошел целый месяц после того, как я открыла, адаптировалась, нарисовала достаточно много работ на этом планшете. Мне действительно нравится на нем работать, и сравнивая его с предыдущим опытом рисования на просто планшете, телефоне, на графическом планшете обычном, как мой, это правда намного удобнее и делает ваш процесс уникальнее, что ли, и намного более комфортным. Это важно сказать. Я целый месяц очень упорно, очень много работала над разными проектами. Я заметила, что на нем вот появились царапины. Вот здесь появились вот именно царапины. Если не смотреть на отпечатки, то все равно можно заметить, что стилус немножечко царапает экран, пленку вернее. Я не знаю, можно ли этот моментик изменить фактом закупки новой пленки. Да, меня это прям сильно заебет. Я, наверное, все-таки закажу новую пленку. В целом, очень приятно. Очень приятный стилус, очень приятные наконечники, все замечательно. О, это колесико! Оно настолько мне нравится. Я кайфую от одного звука просто. Расскажу вам о том, как в один прекрасный день я села заканчивать заказ, а мое перо застряло. Я не понимаю, как так случилось. Я действительно старалась его вытащить. Возможно, из-за того, что перо полностью прорезиненное, вплоть до вот этой отметочки, мой стилус застрял здесь. Он просто застрял, и я не могла его вытащить целый день. То есть, серьезно, мне пришлось ждать целый день, за который я могла, в принципе, уже и закончить свой заказ, чтобы пришел мой парень и вытащил мне стилус. Касательно самой подставочки, она достаточно тяжелая. Но в процессе работы, мало того, что я забываю ставить стилус в подставку, я забываю про это, чем ее очень легко сбить. Если у вас засранный стол, как и у меня, или если у вас животные бегают по столам и под подоконником, как у меня, то может случиться такая ситуация, что вы уроните и подставку, и стилус. По факту, эта подставка действительно полезная. Мой стилус постоянно закатывается за планшет. Смотрю, его нигде, блядь, нет. Ни слева, ни справа, ни под ногами, блядь. А он закатился за планшет. Ну, в общем, вот такие ситуации бывают. Проводов дохуя. Вот серьезно. Я, сидя за своим маленьким вакуумом, вот такого буквально размера, с единственным проводом, я так привыкла за ним работать, что вот у меня один единственный провод, и все замечательно. Хуй-то там плавал. Потому что сейчас у меня втыкнуты все, сука, три провода. И ладно, когда я работаю за компом своего парня, я их всовываю там сзади где-то, и они мне не особо мешают. Но когда я работаю за своим ноутом, у меня на столе происходит какая-то оргия проводов. Что касается подставки, она... В принципе, она удобная, я привыкла к этому уровню. Вот, но я недооценивала, правда, подставку несколькими уровнями, потому что для меня этого оказалось мало. Для меня это низковато. Первый раз ее открыть очень-очень тяжело было, я боялась ее сломать, честное слово. Что касается... Она выглядит дорого-богато, очень стильно, статусно, вы такие все художники, все дела. Она действительно полезная, поскольку пока я сижу за работой и туда-сюда езжу своей рукой, она рано или поздно запотеет, и это не очень приятно, когда на рабочей области у вас лужа пота, если быть уж откровенной максимально. Да большевато, я не понимаю, почему. Моя рука достаточно большая, но большевато, короче, мне перчатка.